Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Олег Бурханов написал в своем блоге, что ему очень нравится на острове. «Здесь много девочек интересных», — пишет Олег. «Общаемся, узнаем друг друга, у меня уже есть фаворитки. Скоро вы узнаете, кто эти дамы». А мы продолжаем вас знакомить с невестами. Это Яна Чеплыкина, девушка пока не определилась, кто же ей нравится из женихов. «Ведь они оба такие разные», — пишет Яна. «Не могу определиться, пока посмотрю со стороны, как они относятся к девушкам и вообще в целом». Эта девушка Камила, она пишет в своем блоге. «Вот и началось мое приключение. Я буду рушить стереотипы и ломать шаблоны». Элла Голубева жалуется, что ей трудно привыкнуть к жизни на острове. Она пишет: «Здесь ты окончательно выходишь из зоны комфорта, общаешься с людьми, с которыми бы никогда не общался». Элла – модель из Новороссийска, которая пытается покорить Москву. Еще одна новая невеста острова – Ника Шукурова, мама двух прекрасных дочек. Она королева красоты, модель и не только. А на поляне очередной мужской приход. Первый парень – Дима Климашов из Нижнекаменска. Он играет в хоккей, работает в модельном агентстве. Ему понравилась Елена Каминская и Саша Харитонова. Второй парень – Влад, родился в Змеиногорске и живет год в Москве, ему 25 лет. На проект пришел к Наде Соколовской. А Надя и Елисей Полищук объявили себя парой, и они собираются заселяться. На женском голосовании выгнали Эрну Костюк, которая лезла в пару Оли Рапунцель с Димой Дмитренко и всячески обижала Ольгу. Рапунцель, конечно же, рада. Сегодня на женском выгнали ненормальную. Та самая мужеланка и быдло, которая угрожала мне, хотела обстричь мне волосы, сломать мне нос. Она думала, что за счет меня и нашей пары будет выезжать. Нет, я этого не позволю. Любая, кто будет приходить в мои отношения и обижать меня, окажется за воротами. Я счастлива. Ваня Барсиков в прямом эфире сделал предложение Ирине Пинчук. Он подарил девушке кольцо и букет цветов. Зрители считают, что это не случайно, ведь до окончания голосования за победителя первого сезона «Острова любви» остались считанные дни. Все считают, что Ваня сделал предложение для привлечения голосов. Элина Камерен написала пост, в котором она обращается к своим подписчикам, оставляющим негативные комментарии. «Шавки все лают», — написала Элина. «Я впереди, а вы можете глодать информационные кости, брошенные вам, и тявкать мне в спину, смотреть на мою роскошную задницу и завидовать». Ольга Бузова была гостьей на церемонии вручения премии «Инставод». Была она там без мужа, но продемонстрировала татуировку на шее, гласящую, что в ее сердце живет любовь. Фотографии и татуировки она поделилась в своем блоге. Подписчики Бузовой все так же уверены, что она рассталась с Димой Тарасовым. Это подтверждают и одноклубники Димы. Они рассказывают, что отношения с Ольгой у него испортились, и Дима ушел в отрыв. К тому же Тарасов закрыл свой микроблог от посторонних глаз. Возможно, он не хочет расспросов о том, что же происходит в его личной жизни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.